Здравствуйте, дорогие зрители! Я продолжаю знакомить вас со своими произведениями с книжки «Маленькие истории», с помощью которой можно гадать. Пишите мне в комментариях с 8 по 50 страницу, и я открываю вам эту страницу и делаю вам видеопророчество. И сегодня у нас такое произведение, можно сказать, что о любовном треугольнике, там, одном мужчине и двух женщинах, или же о маме, сыне и его невесте. Вечный конфликт. Свекровь и невестка. Но все это в таком облике природы. У меня никогда не бывает подснежников. Я вею холодом и морозом. Птицы бегут в теплые края, а те, кто остался, не спрятались, замерзают от моего ледяного дыхания. Не могу иначе. Не могу без холода, ведь я зима, злая и вьюжная, холодная, старая и совсем ненужная в мартовское время. Одета в рваный платок, которым еще падчерица обвивалась в поисках подснежников. А та другая улыбалась цветами, именно теми подснежниками, и прикладывала пальчик к губам, стройная, банальная, словно березка, но и была такой. И ходила ножками по твоим полям, хрупкой паутиной окутывала тебя, а на меня с вампирным оскалом смотрела, как паук на жертву. Тебе же она заглядывала в рот и дышала в шею, ведь ты лето. Все видели, как ты, держа ее за руку, бежал от холода и гнева. Все знали, что тебя родила моя метель. Укутывали снега, и вырос ты в покрытой снежинками. Оконными узорами колыбели. Играл хрусталем сосулек и дул на бриллиантовые звезды, что танцевали на твоей колыбелью. Мы вместе смотрели, как Солоха воровала месяц и возвращала его до прибытия Деда Мороза на оленях. Как ни странно, такие разные, зима и лето. Мы всегда были вместе, сколько существовал мир. Теперь ты убегаешь. Убегаешь моими холодными озерами, покрытыми слезами и хрусталем. Глаза не выдержали, лед ломался от боли, и палящими гейзерами кипела вверх вода. Разлилось море и таяли снега. Деревья наряжались в свадебный наряд, а из некогда холодной земли рождалась зеленая сочная трава. Кое-где гнездился одуванчик. Теплый ветерок обнимал мое сердце, и ты взял меня за руку. Я удивилась и заплакала весенним дождем от счастья. Оказывается, ей есть весна, у меня есть подснежники. А та паукообразная разве была когда-то? Ведь я с ним. Мы всегда были вместе, сколько существовал мир. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, погадайте с помощью моей книжечки и до новых встреч!